А вот так Буся наша выросла, да? Иди сюда. Буся наша выросла. Гром, сюда. Сиди, молодец. Вот так Буся стала, вот такие он стал морда. Морда стала вот такая большая, да? Вот Бусинка и подросла. Знаете, как это в анекдоте? Хомячка, когда принесли с рынка, да? Купили хомячка. Тоже, вот смотрите, лапа. Ну вот я хочу со своей рукой. Вот его лапа и моя рука. Так, чтобы вы понимали. Знаете, как вот этот анекдот? Когда по рынку ходят с медведем и ругаются. А люди говорят, а что вы ругаетесь? Ну что вы так нервничаете? Там это. Да вот, хотим найти ту тварь, которая нам в прошлом году хомячка продал. Так и у нас Бусинка выросла. Ладно, это была шутка. Это, ну, еще одна наша собака. Еще одна наша собака, которую тоже мы спасли, взяли, вытащили. Так что вот такая вот еще красота. Вот то, что у меня сейчас получилось. Я купила курточку детскую вот вчера. И сегодня сейчас вот сяду, не знаю, как у нее получится, ее сюда втулить или не получится, эту девочку-снежинку. А ну давай, Бусинка, ой, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, тихо, тихо, тихо. Вот, что она у меня не влазит нифига. Тихо, 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 ой-ой-ой, как же ее сюда засунуть-то, ой. А ну давай, всовывайся, всовывайся, чи-чи-чи-чи-чи. Где девочка, где девочка? О, одна лапка влезла, все, одна лапка есть, давай, отлично, давай, 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 давай. Ой, опа, отлично. Ой, слушай, ну смотри, хорошо получилось? Боже, какая ты красивая, блондинка. Ну все, нормально в кофте такой, вот смотрите. Прям, о, вот так. Бусинка, а что ты замерла? Что ты? Красивая девочка, все. Ну давай, иди пройди, смотри. Слушай, можно еще вторую сделать, да? Еще можно со второго рукавчика сделать это. В принципе, и нормально получилось. И хорошо. Буся, пройдись. Ты можешь ходить в этом или ты ходить не можешь? Бусюш, иди на. Ну, пройди. Тебе неудобно. Может, тебе неудобно, смотри. Но я рукава вроде стригла-стригла, ну, насколько можно было. Ей неудобно, может, а? Боится на столе стоять. Да нет, слушай, боится? Давай на пол тогда ее поставим. Ну, давай попробуем. Я еще купила ей вот такую штуку. Никаких не было шуршалок, но хотя бы вот такой. Это лучше, чем она пледы все обгрызает. Сейчас давай тогда ее поставлю. Куда ее поставить? А ну-ка. Что, воротничок только как-то не сильно, да? А ну, смотри, удобно тебе? Ну, давай пройдись, Бусяш. Ну, давай пройдись. Что ты замерла? Может, ей неудобно ходить? Тяка собака такая. А тяка собака. Бусинка, что такое? Ты такая нежная, такая элегантная девушка получилась. Давай, иди. Отя. Не может, может, ей неудобно? Не знаю, что это такое кофта. Ой, ой, таракан, все побежала. Буська, иди ко мне, иди ко мне. Иди скорее, Бусюш. Буся, Буся, Бусинка, иди к маме. Ой, по-моему, она на меня обиделась. Бусяша, Буся. И смотри, можно еще, если подойдет, можно еще вот здесь вот нашить такой, как тюль, и будет вообще элегантная девушка. Ой, блядь, стоп, я поняла. А, все, у нее лапа тут застряла, у нее лапа была спрятана. Пусечка, прости меня, у нее лапа одна застряла. Скажи, мама, тут ты надо мной издеваешься, да? Бусяш, ну скажи, иди сюда. Все она длинная сильно на ней. Иди сюда, так наоборот, чтобы попочку прикрывала, и хвостик. На и ноги закрывает. Иди сюда. А как ей сделать тогда? Буся. В общем, как-то непонятно. То она стояла, не ходила, а как вон в кифу, в миску, то все у нее хорошо. Единственное, я ей кофту задираю, потому что она, ну вот лапку нижнюю, ну заднюю, немножко не... Ну как она прячется там. А что ты там кушаешь, девочка? Девочка, что ты там кушаешь? Там скиф уже все давно вымыл. На водичку лучше попей, собака. Бусяш, иди на водичку попей. Иди попей водичку. А, ты уже влезла в водичку, да? Ты уже влезла, Маша ж не сделала, Маша не вытерла. Маш, ты не смыла вот тут воду, и вон собака влезла, вон все сейчас у нее... Ну вот тут не слила воду, и у нее вон все вон лапки, все мокрое насквозь. Давай лапы пошли сушить. Ой, хорошо кофточка. Ой, можно ее вот так брать.
Что, кот, тебя не покормили, да? Ты обиженный сидишь. Боже, лапка вся мокрая у ребенка. Коза Маша, у меня вся лапка из-за тебя мокрая. Да, Бусинка? Скажи, я всю лапку из-за тебя намочила. Бусяш, давай Машу поругаем, давай. Поругаем Машу? Такая красивая девочка. Такая красивая эта девочка. Идем к папе, пошли, папе тебе отнесем. Все, давай сейчас я ее подошью. Она. Может, я держать буду? Не надо, не надо. Бусюш, успокойся. Боже, убивают собаку. Успокойся, моя умница. Так, а покажи на видео, чтобы было видно, что ты делаешь. Так я хочу просто зашить его тут. Может, мне подержать тебя лучше? Нет, нет, не надо. Может, мне тыкнуть в пальчик? Хочу подшить, посмотреть, чтобы она как-то не выпадала. Просто я не знаю, как сделать с этой горловиной. Хорошо, а следующий вопрос. А оденешь ты потом как? Как сниму, ты имеешь в виду? Ну, сниму это. Боже, она засыпает. Она сейчас не надо. Наверное. Клиент. Буся. Не засыпай. Отпусти ее, не трогай, не надо. Слушай, обидно? Я не знаю. Что ты ушиваешь кофту? Ну, правильно, что, чтобы она не выпадала, да? Бусюша, сахарная девочка, все, спи, спи, спи. Прям когда засыпает. Ей же сейчас кушать надо уже. Буся, а ты кушать будешь? Она вообще еще ничего не понимает, да, что ей говорит? Не знаю. Буся, жрать будем? Не, она вообще не понимает. Бусечка, а кушать? Собачка будет вкусная, лобайчик папин. Олечка, она засыпает, что делать? Ну пусть спит. Может, она в этой кофте согревается? Да, я тебе говорю, она чувствует себя комфортно. Я что-то согреваюсь, я тоже засыпаю вместе с ней. Ой. Да ничего страшного, только она засыпает, надо кормить ее. Все. Сейчас посмотрим, насколько оно будет. Ну, держит. Сейчас посмотрим. Ну, держит, реально держит, смотри. Оп. Не надо, ну оставь ее, зачем ты ее тягаешь? Ну, и там запасик есть. Просто, вот. Чтобы видишь, я хочу, чтобы... Да, вот тут лапки, а что ты прорез не сделала для задних лап? Или ты хочешь, она не поместится, да, она все равно туда. Ты моя хорошая. Она засыпает. Может, ей просто даже жарко в этом? Мне кажется, ей даже жарко. Ну, так на пол опустишь, ей не будет не так жарко. Что у нее задние лапы, видишь, съезжают. Тебе удобно, малявочек? Тебе хорошо? Ну, мне непривычно просто. И все, привычно. Но тут разрезы как бы я угадала. Вот этот особенно. Вот тут не знаю. Такая снежная королева. Но она, главное, гордо сидит. Вот смотри, как гордо. Дай ей. Усяшечка. Моя девочка такая. Подошла тебе кофта. Но тут хорошо. Просто видишь, она когда идет, она чуть длинновата. И лапка, получается, залазит. Ты моя хорошая. Ну, засыпай. Сейчас мама будет тебя кормить. А то уже все ребята поели, а собаку еще не кормили. Ты можешь, иди к нам. Да, собаку, скажи, еще не кормили иди эту собаку. Ты моя хорошая. Ты моя умница. Когда она согрелась и засыпает. Кавус, а что у тебя такое вкусное? М? Что ты такое вкусное грызешь? Прям так лапочками держит. Смотри, как он лапочками держит. Что? Лапочками так держит. Угу. Пусть чистит зубки. А то зубкой, конечно, у нас вообще не очень. Надо к врачу его вести. Может даже вырывать зубки. Или ультразвуковую эту чистку делать. Тоже пишите комментарии, как вы думаете насчет ультразвуковой чистки для собак. Потому что мы ему уже делали один раз... 2 года назад. И вырывали внизу зубки, потому что им там была вообще печалька. Потому что у этих пород, у мелких, у них вообще проблемы с зубами. Вот. А девочка наша уже и засыпает. Да, девочка? Девочка засыпает. Устала. Вот такая вот красивая, хорошая девочка. Может, вон, еще похвастаюсь вам, я выкладываю работу. Пойду покажу. Ой, котик вышел. И котик же, что же ему надо в кадр? Надо ему кофту поменять. Выкладываю вот такую работу. Вот такой череп. Вот такая вот у меня алмазная вышивка новенькая.
Вот такая будет красота. Она вся горит, блестит. Но еще долго. Сейчас времени вообще мало с малышкой заниматься. Вот, так что Бусяша засыпает, Скифуша грызет. Все довольны, все счастливы. Да, Буся, скажи. Все, люблю, целую, обнимаю, обожаю. Подписывайтесь на канал. Бусечка, девочка, устала. До скорой встречи, скажи. Пока-пока, ребята.